Здравствуйте. Это обращение хочу записать к жителям Донбасса, всем, кто терпит ту вакханалию, которая происходит сегодня, с далекого 2014 года. Прошу простить меня. Я не какой-то неизвестная личность, не телеведущий, певец, танцор, не шоумен. Я обычный человек из Запорожья. Прошу простить меня за то, что я не понимал вас. И смог понять только сейчас. Простите меня. Меня зовут Боренко Данил Сергеевич. 28 октября я записал видео, в котором обращался к жителям Донбасса, в социальной сети TikTok. Я хотел бы объяснить, что я имел в виду в этом видео. Своим обращением я просил прощения у жителей Донбасса и никоим образом не оправдывал русских солдат. Их деятельность, то, что они бомбят мирные дома, гибнут люди, дети и женщины. В видео я обращался к жителям Донбасса с таким посылом, что я хотел попросить прощения за то, что я не понимал их, за то, как они жили эти все годы. С перебоями газа, света и так далее. С пустыми полками в магазинах. Я их понимал как сограждан, как украинцев. И за это и просил прощения. В то же время хочу извиниться перед военными силами Украины. Своими словами я каким-то образом мог дискредитировать вашу деятельность и деятельность нашего правительства. Прошу простить меня. Я, возможно, занимаюсь своим видео, я показал, что занимаюсь не тем и трачу время на пустые слова, в то время как я должен помогать военным силам и Украине, чтобы быстрее пришла наша победа. Простите меня. Также хочу обратиться к жителям Запорожья, Херсона, Мелитополя, Бердянска и других городов этих областей. Прошу простить меня за то, что я так не извинился перед вами, в то время как вы терпите террор российских солдат, в то время как они применяют к вам насильственные действия. Простите меня. Слава Украине, слава воинам ЗСУ, героям слава!